покинет душа. Не спеши, посиди на земле, под которой скоро будешь лежать, никуда не спеша. Друзья, придя сегодня сюда, я додумал, что каждый из вас задумается о том, а что нас ждет впереди. Ведь у каждого из нас, друзья, билет на нашей станции. А вы не задумались, с чем вы придете, с каким багажом вы придете на последнюю остановку, когда вам придется выходить. Оставим мы доброе имя, оставим мы какой-то след после себя. А возьмем мы ли с собой то духовное богатство, которое каждый из нас должен взять туда, в тот грядущий мир, который ждет нас. Друзья, я очень хочу, чтобы каждый из вас задумался об этом. Я очень хочу, чтобы каждый из вас, когда вышел из двери этого ресторана, помнил об этом, а не просто закрыл дверь и забыл. Да, мы живем на этой прекрасной планете Земля. Иногда наши люди говорят: «Дунья мазанадора». Как можно так говорить? Друзья, мир этот создал Бог. Разве его создание можно говорить о нем так, что «Дунья мазанадора»? Нет, друзья, «Дунья мазанадора» – он мизочи земляков. Человек ничего не стоит в этом мире. Друзья, задумайтесь об этом. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня взял что-то отсюда, из нашей школы, в которую мы собрались, и душа вот этого молодого человека, с которым было связано столько много, столько надежд и мечтаний, чтобы его душа немножко поднялась благодаря вам. И сегодня, поверьте, я не устаю говорить о том, что у нас есть связь между грядущим миром, который нас ждет, и этим миром, в котором мы живем. Сегодня каждый из нас, а точнее родные и близкие, произнесли кадыш в его памяти. Мы молимся за него, но, друзья, когда он стоит перед небесным судом, он просит за всех нас, чтобы мы не видели горе и страдания, чтобы мы дошли до того, к чему приходит каждый нормальный, думающий, духовно богатый человек.